Вот, глядя на кубика, можно понять одну эзотерическую штучку. В принципе, Вселенная щедра и изобильна и готова нам давать все то, что мы хотим, но иногда не хватает какой-то мелочи. Вот, например, кубик. Ему открыта была бы вся квартира, все ее богатства, все ее тайные уголки, если бы он научился гадить на пеленку. Понимаете, о чем я? Так вот и люди. Они скребутся у закрытых дверей, и мироздание готово им открыть эти двери, но для этого им нужно понять буквально какую-то мелочь, какую-то маленькую детальку. Вот, а пока они это не делают, Вселенная их не пропускает, потому что, ну, Вселенная тоже не хочет, чтобы в нее гадили. Да? Поэтому сейчас кубик скребется в дверь большой комнаты и не понимает, что она была бы его, если бы он не сцал, не гадил. Мелочь, казалось бы, она не дает ему насладиться всей полнотой жизни. Понимаете аналогию с людьми? У людей все то же самое. Какая-то мелочь, какая-то деталь мешает им добиться своего полноценного счастья.